Всем привет, это Инси Новости, я Таня. Nonsense. That's the way out. Обожаемая всеми партия «Единая Россия» решила окончательно захватить интернет. Малая куча шикарных мемов про себя. 25 августа представители региональных отделений партии «Единая Россия» получили от АТА за плохую промывку мозгов избирателям в интернете. Группа «Ядра» ВКонтакте насчитывает целых 4200 участников, а на официальном канале Ютьюба аж 145 подписчиков. Так что было принято решение активизировать интернет-троллей. Кроме специальных носков с сандалями, троллям нужно было выдать партийное нижнее белье. И научить гадить не в белье, а в комменты. Выращивать троллей будут активисты движения «Наши» в группе «Губка Боб» и его друзья. Основные темы: «Единая Россия не идеальна, но нужно ее сохранить», «Навальный развалит страну» и «Апофеоз бреда». Через 10 лет именно вы, ребята, смените нынешних чиновников. Дорогие мои тролли, профитролли движения «Наши», не станьте вы крутыми чиновниками, вами пользуются. Так же, как и на выборах 2007 года, когда депутатские кресла получили только 3 активиста – Шлегель, Белоконев и Тараканов. Последний, правда, попал в ЛДПР, но да не страшно. Люблю свою мать, а вы мне суете того, кого я никогда в жизни не видел. Совесть есть у вас? Нету, вы бессовестные. Предвкушаю, как вплоть до начала выборов вы будете беспощадно гадить в комментариях, накручивать рейтинги и спамить уже не только посты в ЖЖ, но и ролики на YouTube. Очередной ролик армии Путина был заплюсован и при 6000 просмотров имел 2000 лайков уже на следующий день. Та же схема происходит и с другими роликами «Наших», «Стали» и «Ядра». За сумму от 1500 до 7000 долларов вашему ролику накрутят просмотров и оценок. Да, такое возможно даже на YouTube. В комментарии запускается парочка задротов, которые сидят там круглые сутки и отвечают всем критикующим. Единственный способ борьбы с этим – не замечать. Видите нашистский или единоросский ролик? Минусуйте и уходите. Не рассылайте его, не размещайте у себя с подписью «Вот, идиоты». Администрацию YouTube просим усилить контроль за накрутками. Они нарушают правила сообщества. Без ботов видео нашистов не набрали бы и 10000 просмотров и 300 минусов. Вот видите, друзья, какие умные и талантливые люди в движении «Наши». А видеоблогеру «Камикадзе» это и подавно надо знать. ЖЖ уже давно полное «Ж». В топ регулярно попадают записи, интересные только потупчикам. Например, о водочном бизнесе Навального. Посты Кристиночки залинковали все партийные боты, созданные под покровом темноты той же ночью. Подробнее о говнокрутке читайте в блоге Антона Носика. Он там даже список ботов опубликовал. Кроме ботов, у нашистов есть мега-аналитики, типа Александра Ероша, вроде как комиссара движения. Он ведет аналитический ЖЖ и Твиттер, в которых анализирует происходящее и формирует общественное мнение. Не так давно он проанализировал и Камикадзе Ди, назвав его претенциозным шутом. Возьмите к себе в шапито работать, Александр. Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что оппонировать оппозиции, не прислушиваясь к ее мнению, неправильно. А методику ведения интернет-войн активисты с Путиным не согласовали. Как не согласовали? А поддержка самым толстым троллем лично от Путина? Опять наврали, что ли? Троллить в интернете довольно непросто. Любой школьник может виртуально тебя унизить. Троллить арбузами куда интереснее. На этих кадрах представители Народного фронта в Астрахани раздают халявные арбузы с грузовика. Посмотрите, сколько людей им удалось затроллить. Некоторые, судя по всему, ждут, что ими будут помыкать за арбуз или за дымки. Получается, что высшая цель «Единой России» – троллить на деньги партии. Отошлите этот ролик людям, которые ведутся на провокации. Пора перестать быть марионетками, хотя бы перед выборами. Это были не те новости. Пока-пока.